В Ватикане начался громкий судебный процесс над бывшим камердинером Папы Римского. Паоло Габриэле был особо приближен к Бенедикту XVI. Он сопровождал его во всех поездках, подавал на стол и даже помогал одеваться. Теперь Габриэле обвиняется в краже секретных документов и личных писем понтифика. Ему грозит 4 года тюрьмы. Скандал разгорелся весной после того, как в печати появились тексты администрации Святого Престола, предназначенные исключительно для внутреннего пользования. Сам подсудимый своих действий не отрицает, но уверяет, что таким образом он пытался бороться с коррупцией в Ватикане.